все горизонтальные поверхности, металл, дерево, стекло, пластик, должны быть, по крайней мере, раз в день обработаны ДЭС-средствами. Я могу обозначить наше средство, которое есть средство Faberlic'а. У него два главных компонента. У них тяжелые химические названия, я их сейчас прочту. Первое – это полигексаметиленгибонидингидрохлорид полимер, катионный полиэлектролит. И второй – КПАВ, четвертичное аммониевое соединение. Друзья мои, в соединении, во-первых, комбинация этих средств есть два момента. Первое – они начисто выжигают всю известную на данный момент флору, то есть микробную флору. Споры грибов, готовые грибы, существующие, выпадающие из воздуха, и, разумеется, все вирусы. В данном случае мы можем говорить о практически 100% эффективности этого средства. Второе, что принципиально важно, оно безопасно при нанесении на кожу. Понимаете, у нас же есть, ну, есть элементарные вещи, есть сулима, есть формалин, который можно залить эти бедные города, включая Ухань, и, не дай Господь, наши русские города. Но этой ерундой мы заниматься не будем, потому что по дороге есть побочный эффект, у нас будут страшные ожоги и смерти. Понимаете, потому что ДЭС-средство должно иметь высокий профиль безопасности. Это касается в первую очередь нашего средства, произведенного Faberlic. Я вам больше скажу, у этого средства есть уже очень серьезный общественный резонанс в стране, потому что мы в этой ситуации выступили пионерами. По качеству, во-первых, по факту выпуска такого средства, а во-вторых, по его, в первую очередь, качеству и по профилю безопасности. Хочу, чтобы вы это знали, как отче наш.